Всем привет! Меня зовут Оксана. Я хотела бы поделиться своими впечатлениями от прохождения марафона женственности Ольги и Алексея Валяевых. Я участвовала в потоке «Учимся общаться с мужчинами». В этом марафоне у меня была одна очень мощная реализация. Мне удалось понять, что действительно хочет мое сердце, чего хочет моя душа непосредственно в отношениях с мужем, потому что здесь советчиков очень много. И это вызывает очень большой восторг. На самом деле это очень круто, это просто незабываемо, потому что когда ты первый раз прикасаешься к своему сердцу, это вызывает удивление, не знаю, восхищение. В общем, это много эмоций. И я несколько дней ходила просто это под очень круто, что есть возможность поучаствовать в таком масштабном тренинге, который направлен на твой личностный рост, и не в плане просто умных вещей, а в плане очень важных вещей, которые помогают обратить внимание на те области, на которые ты раньше не обращала внимания, даже если ты читала книжки и слушала лекции. Слушать и читать — это одно, а применять — это совершенно другое. И в этом очень большой помощник именно марафон. Еще потому, что он прививает дисциплину. Это достаточно не просто каждый день заполнять отчет, но это дает большее понимание себя, дает возможность обращать внимание на те вещи, которые происходят с тобой каждый день, но которые ты принимаешь как должное. Ты понимаешь, что тебе есть за что благодарить. Ты понимаешь, что твои близкие очень много для тебя делают. Я бы порекомендовала каждой девушке пройти хотя бы один раз марафон, каждый из потоков. Может быть, в будущем такой же марафон будет и для мужчин, потому что это очень круто, это помогает тебе прийти к себе, улучшить отношения с окружающими, понять, что тебе есть за что благодарить, понять, что ты не просто так пришел в этот мир, что нужно двигаться, нужно работать над собой, нужно становиться лучше, не просто для галочки, а потому что тогда ты ярче ощущаешь жизнь, она обретает смысл. И ты понимаешь, что это здорово жить такой наполненной, яркой жизнью, и обратно возвращаться уже не захочется. Спасибо Ольге и Алексею за этот марафон, за возможность в нем участвовать, за знания, которыми они делятся. Спасибо всем, кто участвует в жизни марафона, помогает ему жить. Спасибо вам всем.